Проблема бездомных животных в нашем городе стоит весьма остро. И количество бедолаг растет. На сегодняшний день их около 3000. Рязанцы, сложившаяся ситуация обеспокоенная. Депутатам городской думы нередко поступают обращения от граждан с просьбой разобраться с проблемой. Стоит отметить, что только в прошлом году от укусов животных пострадало 72 человека. Из них 12 с подтвержденным диагнозом бешенства. Представители фракции «Единой России» заявили, что в первую очередь необходимо обратить внимание на обеспечение безопасности граждан, чтобы те не стали жертвами нападений бездомных животных. Но также не стоит забывать и о том, что с бродяжками себя нужно вести по-доброму. Фракция «Единая Россия» в Рязанской городской думе выступила с инициативой о необходимости эффективной деятельности по обращению с бездомными животными гуманным методом. Опираясь на опыт других городов, мы предлагаем переходить на альтернативные методы содержания животных в центрах передержки, поиск новых владельцев и опекунов, а также стерилизация. Подобный центр временного пребывания может быть организован на базе муниципального предприятия «Лайка». С целью организации поиска пропавших животных и создания такой базы депутаты рассматривают возможность создания специального сайта. Необходимо вести электронный учет безнадзорных животных, в том числе посредством чипирования, а также организовать на базе муниципального предприятия «Лайка» центры передержки животных. Конечно, необходимо работать над поиском владельцев для животных, в том числе и с помощью специально созданного сайта. Администрация города Рязани, фракция «Единая Россия» в Рязанской городской думе поручила рассмотреть возможности реорганизации муниципального предприятия «Лайка» в муниципальный бюджетный или автономное учреждение, что позволит осуществлять финансирование из бюджета города Рязани, также организовать сбор средств с помощью добровольных пожертвований неравнодушных рязанцев, а также предприятий и организаций. По итогам заседания фракции «Единая Россия» в Рязанской городской думе администрации города Рязани дано поручение разработать комплексный план мероприятий по регулированию численности бездомных животных гуманным методом. План будет рассмотрен на комитете по градостроительной деятельности и городскому хозяйству, а затем утвержден на заседании Рязанской городской думы 29 октября.